Расскажи, вот что ты испытала, когда поняла, что вот 15 очко досталось тебе, а не 13 соперница? Я была велика весь этот сезон. Потому что он самый стабильный, самый удачный в моей карьере. Еще у меня такой, он еще не завершился, конечно, но индивидуальные соревнования завершились, еще команды, поэтому что еще желать? Желать на данном этапе, в этом году, в этом сезоне, я почти выполнила на максимум. Я думаю, все-таки финальный бой не очень чисто сложился, в плане мы все устали, конечно, с утра соревнования длятся, и то, что возмущалась француженка, в ее сторону точно такие же были удары, и спасибо судье, что он просто одинаковые, как сказать, правоту одинаковую, да, придерживался определенных параметров боя и присуждения ударов. Софья, каково это выиграть домашний чемпионат? Я еще не поняла, это фантастика. Как вам зрительская поддержка? Супер, супер сумасшедшая и близкий, и от всех регионов. И тут же только не только родной город пришел поддержать, и близкие люди, но и со всех регионов, вся Россия, за всех наших. Поэтому с ума сойти. Я даже не знаю, сколько тут человек. Я такого в жизни не видела, и увижу ли. А есть какие-то минусы? Может быть, слишком чрезмерное давление? Вот домашних трибун не было такого? Надо с этим справляться. Надо с этим учиться справляться. Неважно, какие факторы могут повлиять на человека. Какой сегодня бой самый сложный для вас? Финальный. Финальный? И психологический, и физический. Ну, потому что ты понимаешь, что ты в шаге от не просто медали, а от золота. Быть лучшим, быть первым. И очень трудно держать эту концентрацию и вести свою тактику боя, потому что волнение, мандраж, переживания, неудачные какие-то приемы или присуждения не в мою пользу ударов, они выводят из дисбаланса, поэтому очень сложно это все было организовать, но поздравляю всех вас, мы выиграли. Не было никакого мандража перед полуфиналом, вот что венгерка обыграла обратно чемпионку мира, или там? Мандраж... Сегодня, наверное, не было такого мандража, просто хотелось достойно отфехтовать, и понятно было, что, возможно, сегодня не будет легко, я думала, потому что зрительская поддержка, зал родной город, но как-то все вот на таком вдохновении, радости, счастье и желание просто не выиграть, а просто хорошо фехтовать. Я думаю, это у меня удалось. Ну, за исключением немножко последнего боя. Нет, меня только заряжают стены родного города, родного зала и родных, близких людей, которые пришли поболеть сегодня за фехтование. И я думаю, что они получили бурю эмоций, особенно в последнем бою. Ну, по чин положили, все-таки знаем, что вот очень хотят, чтобы в командном виде выиграли. И мы очень хотим, и не просто хотим, а это необходимо для более спокойной подготовки, именно психологической в дальнейшем, чтобы не думать о том, что на каждом турнире, где проходят командные соревнования, или турниры, например, в Китае, где очень сложная акклиматизация, сложнее, чем в Штатах, можно пропустить, если мы достойно выиграем, выступим на этих соревнованиях. Спасибо большое, я буду надеяться. Соня, чемпионат Европы первое место, да, чемпионат мира первое место. Ты сегодня просто катком прошлась по своим соперницам. Ты на пике формы, это твое лучшее состояние сейчас? Я думаю, да. Надеюсь, еще до 17 числа этот пик формы продержится. С командными соревнованиями. Спасибо большое.